Привет, с вами Музей роботов-трансформеров. И сегодня с вами Андрей и... Егор, привет. Мы сегодня будем обозревать трансформера Dropkick Studio Series номер 22, герой фильма о Бамблби. Да, вот что мы видим. Мы видим его создателей, Такара Томми и компания Hasbro. Ой. Егор сегодня не болеет, поэтому он будет рассказывать, что видит. Сбоку у нас опять его номер, надпись «Studio Series», более приближенная картинка, которую мы видели спереди. Сзади, как он выглядит в режиме робота, в альт-режиме. Ну, ненужные надписи. Еще некоторые трансформеры. Там, знаешь, какой-то... А, это он на фоне да. Задника. Сбоку символ автоботов. Опять арт. Сверху название фильма. Угу. Ну, снизу ничего интересного. Предлагаю так. Закрывать сзади. Сзади? Сверху. Ага. Сбоку нету? Сбоку нет, нету. Да. Там... Да нет, просто пожестче и помягче одновременно. Так. Давай все достанем. Что у нас там? Есть у нас вот на плексиглазе дроптик, две пушки. Интересный задник. Да. Военно-воздушный бой. Интересно. Из фильма не помню этот элемент. Ненужная макулатура. Бумажка. И инструкция. Да. Больше в коробке ничего нет. Давай попробуем ее как-нибудь тяни на себя ту часть. Давай покажем. Чтобы... О, начали с конца. Да, вот оружие. Оно у него складывается. Кстати, интересно. Надо потом посмотреть внимательней. Так, арт. 4. Хоп-хоп-хоп. Кстати, довольно-таки детальная и сложная трансформация. Для Deluxe класса у него 22 последовательных шага. 24. Это, 24, да. Это очень, очень хорошие показатели. Ну, считай, если добавлять оружие, 25. Хорошо. Так, давай попробуем его скрыть. У нас куда-то пропали ножницы, поэтому мы чисто ножиком. Слава богу, здесь нету каких-то шипов. Ну, он не сильно стянут, так что попроще. Главное, не поцарапай. Да. А, их так достать можно. Да. Они не сильно затянут. Так, вот его оружие. Можно, кстати, убедиться. Действительно, поворачивается. Очень интересные пулеметы или ракетные установки. Вон там. Еще прикреплен. На совесть. Кто-то крепил его прямо на совесть. Замечтательно. Получилось. Лишний мусор. Стяжковый мусор соберем, уберем. Давай сразу тогда сделаем обратно пушки. Давай попробуем его как-нибудь симпотно поставить. Пушки. Он какой-то такой обиженный. Так хочется пошутить, как будто в лазарете сидит. Дохлин. Хотя вроде заявлено, что он может позировать неплохо. Почти похож. Может, с орудием будет поинтереснее. Так. Это два фена своеобразных.
Ну, почему нет? Причес он даже... Ой, надо даже... Ну, он щупленький какой-то. Воу, мало кушал энергон. Ну-ка. Как-то и ты так же поворачиваешься. Поворачивается. Ты как-то... Как будто бы сам на себя не похож. И ласты такие большие. Нет, туда не идет. Не хочет. О, ну хотя бы так. Все равно щупленький. Ну ладно, сейчас посмотрим, может, в виде вистолета что-то будет интересней. Так, что нам предлагают? Нам предлагают... Проверь артикуляцию. Да тут все сложно, походу. Так, рука может сложно, но вращаться. Кисть подниматься. О, эта штучка как болтыхается, опасно. В разные стороны тоже, но так все аккуратно надо. Ну, сдаваться может, кстати. Так, плащ-палатка у него сзади. Конечно, клёво, но пусть зайчиком будет. Так, коленки. О, коленки-то у него знатно поднимаются. Назад. О, да он этот. Балерун. Так, что они могут? В сторону, да. Ну, в принципе, ноги подвижные. О, он как может сложиться. Отлично. Голова. Теперь голова. Голова. Не полностью не поворачивается, если заметите. Она он вот похож на Оптимуса, только без рогов. Без антеннок. Личинка Оптимуса. Да. Нет, реально лицо как у Оптимуса. Может, они, да, братья там троюродные. Ну да, кстати, синий шлем, серая маска. Глаза только красные. Он, видимо, мало спал. За компьютером так, Макс сидит. Да. Так, что мы видим? Мы видим, можно привести руки в состояние... Хвоста? Да. Ну, я вот так сделал. Голос увидели, проиграешь. Я понял, это этот клюшка, он хоккеист. Да, у него две клюшки. Оп. Я побью вас. Так, ладно. Большие длинные клюшки мы сделали. Дальше у него открывается. Да, это открывается. Дальше что? Дальше это сюда. Дальше что? Дальше что-то, блин, непонятное ни хрена. Сюда что-то поворачивается. Туда отходит. Сюда поворачивается. Ну давай попробуем. Что происходит? Угу. Он так-то похож на этого. Соединяется-то, которое. О, сейчас скажу. У Вортекса? Да. Ну, вот вертолет с машинкой. Вертолет с машинкой. Соединяй. Но у этого хвост подлиннее. Да. Хвост у него длинный, да еще и расходится. Почему ты хочешь расходиться? Ты же должен нормально стыковаться. Что за неуверенное отношение к себе? Так, это у него как будто... Что так и должно быть? А по-моему, вот эта еще штучка должна повернуться. Она вот в тазу должна поворачиваться. В тазу? Да. У него есть таз? Ну вот у ног. Не, вот он, видишь, вот эта часть, вот, ага. Вот эта, надо просто понять, где. Знаешь, он называет, чупок-чупок. О, вот. Это
интересная функция. Он тоже валькирия. Ну, скорее валькирионыш. Вот, частично уже готово. Так, эта штукенция. И вот это что? Не вижу, что я творю. Так, это хвост, это эти. Это так, вот это хорошая лапа. Ощущение, что это вот идет вот сюда. Что-то я уже опять начал это больше по ощущениям собирать, чем по это. По инструкции. Вот это не к добру приведет, мне кажется. Не убей его. Он еще толком не понял, как жить, да? Да. Он только вылез из своей коробки, а ты уже мучаешь. Нет, смотри, получается что-то. Половина уже собралась. Вот, а, вот, пожестче туда его, пожестче. Так, с другой стороны. Повторяем процесс дезинформации. А, деформации. Все думал, догадается, не догадается. Ну, да. Не зря учится на... На мясника. Да. Ну, у кого еще учится в нашей стране? Хотя бы еда не убежит. О, подожди, тут какая-то штукенция. Там, походу, что-то есть. Это шасси, наверное? Да. Нет. А, нет, это... Пулемет. Пулемет надо достать. Там нет больше скрытых пулеметов. Нет, вроде бы. Ну вот, по крайней мере, некоторые элементы есть. Вот здесь вот соединяется с хвостом. Здесь еще с чем-то соединяется. А, сюда. Как-то так повернулся. Надо было сначала ноги... Ой, это... Да, ноги объединить. Да как сначала-то ноги? О, а тут что за... Они как будто чуть-чуть разные вот в этом месте. Здесь я ничего не сломаю, стресс-линии не создам. Первый раз он так неуверенно и туго соединяется. Так, турбины на место зафиксировали. Лопасти выставили. Так, кабина. Так, какой он худенький и длинненький. Так, и куда предлагают засунуть ему ракетные установки? Достаются они, кстати, тяжело. Да? Ну, давай попробуем. Вот ножиком нормально. А, да. Что-то как-то они что-то чуть-чуть не подумали, что не у всех длинные и металлические ногти. Эх, росомаха, росомаха. Вот, ножик. Вот штукенция. Али. Лоя, сейчас хватится. Без ножика действительно очень жестко цепляется. Так. Нож незаменимая ракета. Вещь. Да. Трансформеры и нож созданы друг для друга. Так. Ну такая кишка получается. Если посмотреть на него вдоль, он такой. Он будет прятаться, не знаю, за чем угодно. Толщина ножа. О, видите, спрятался. Этот вертолет-невидимка. Он прячется за этим. За ножом. Мало каши ел. Ну, в принципе, что? Это крутится. Это ну, вертится. А что он так? На самом деле, очень туго крутится. Но, о, он еще и так может. Да, это неудобная функция, особенно в полете для вертолета. Так, да, мы его увидим. Сейчас я немножко расшиплю картинку. Это вообще глиста. Ну, трансформация классная. Куча много деталей. Очень напоминает тоже трансформеров из старой серии 9-го года.
Он у нас есть в музее. Можете потом прийти посмотреть. Его надо только либо сбоку, либо это сверху, так вообще вон за винтами не видно. Пласт. Но снизу. Ну нормально. Супер. Сейчас Егор нам его сделает обратно роботом. Либо доломает. Деформирует. Ну, можно и так назвать. Есть трансформация, есть деформация. Да. На себя он тут зацепляется. Ага. Сильно только не на себя. Так. Там эти боковые панели от огня. А, точно. Это вдруг все-таки, что-то... да, деформация. Можно сказать, что это его ладошки. Ну так-то вообще, ну, опасная рыба-меч. Так. Голова. Голова. Там окошко. Вот здесь посередке окошко. Его надо открыть. О, и выпустить ему голову. Но не до конца. С ним иначе поворачиваться неудобно. Дальше так. Это все чудо поворачивается где-то по середке. Это ноги. Они вот так же должны быть, да? Да. Так, спрячем скрытый пулемет. И эта штука вся поворачивается вокруг своей оси. В смысле? Ну вот эта синяя штука, она поворачивается вот так. А-а-а. Не до конца или? Я не знаю, там надо смотреть, где у него край трансформации. Может, не в ту сторону поворачивали, поэтому фиксатор не дофиксировал. Может. Ногу не ломай. А, я понял. Или нет? Но там уже в пазы все вошло. Ну, по факту так и должно быть. Может быть. Попробуй в другую сторону повернуть. А, я понял. Нет. А, даже тут показано, что... О, выпало, смотри. Какая досада. О, сейчас да, ладно. Вот так он должен быть. И вот это назад зацепляется. Да, вот так. Все, одна нога почти готова. Так, дальше у нас опять тот же самый процесс. Да, она вот так вращается полностью. Вот эта часть уходит назад. Это в бок. Ну. Это в бок до конца. Все. Теперь его можно вертеть. Так, дальше. Руки расходятся? Угу. Потом их надо согнуть несколько тысяч раз. Нижнее, там просто все идет. Без каких-то лишних усилий. Да просто вверх подними. В смысле? Ну, да, покажу. Там какая-то. Во-первых, она вот эта штука, она у него почему-то все равно открыта остается. Чтобы вот он здесь зафиксировал себя. Там. Вверх, по-моему. Здесь у нас вот. Фиксация. А это назад уходит. Нет, все-таки вверху это вот так вот. Да, они вот так были. Так. Вот эта часть сюда. Она фиксируется на фюзеляже. Дальше закрывается это тоже. А это назад отходит. Ну, кажется, что вот это должно как-то пауком покрасивее, что ли, фиксироваться. Они что-то как-то это... Болтаются. Угу. А, ну ладно, сейчас с руками добьешь.
Зацепляешься за все, что можешь. Так, в эту сторону, да, по-моему, у него. Да. Это Пьеро добьем. Так. А, они у него вращаются. Хлипенький. Ну хотя бы пластик не мягкий. Не, он мягкий, но не настолько. Да. Ну, в сравнении с SS-38 получается. С праймом-то? Да. Ну там реально. Все, он здесь сильно не прижимается. Так. Теперь тут до конца разворачиваем. Вот и все. Опять возьмем наш любимый нож. Звук был такой, будто я там что-то сломал. Нет. Слава богу. Все равно в руках какая-то такая. Ну. Ты у него ноги как-то неровность поставил. Посмотри поровнее, что были. А, точно. Ей в этом месте что-то пройти не дает. А, вот. Это же он, не она. Это он. Ну, реально похож на этого. На трансформера. Тоже вертолет. Из второй серии по второму фильму. Ну вот и все. Данная модель заснята. Добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Приходите к нам в музей. Мы очень рады вас видеть будем. Всем до скорых встреч. Всего доброго.